Всем привет, с вами Doom. Сегодня посмотрим на комикс от Marvel под названием «Звездные войны. Дарт Вейдер. Том 1. Вейдер». Ну и, конечно же, пару слов о самом издании. Комикс представлен вот в такой замечательной обложке, на которой изображен, собственно, сам главный герой Дарт Вейдер. «Звездные войны. Дарт Вейдер». Логотип Marvel, собственно, за авторством Гиллена и художников Ларока и Дельгадо. С нижней стороны у нас лаконичное название «Вейдер». С корешка комикс выглядит вот таким образом. Marvel, Звездные войны, Дарт Вейдер, Вейдер, авторы, цифра 1. Да, цифра 1, потому что на данный момент уже вышло 4 волюма. У нас пока издали только первый, и второй уже готовится к продаже. И, собственно, у нас здесь такой изображен сам Дарт Вейдер. Задняя сторона комикса выглядит вот так. Опять же, у нас изображен сам Дарт Вейдер. И вот мне что здесь нравится, такой отзыв. Дарт Вейдер находится в хороших руках Гиллена и Ларокки, а они не подаваны. IGN.com. Собственно, описание комикса, рейтинги, Дисней. И какие у нас номера ходят, это 1-6. Ну а теперь пару слов о сюжете этого комикса. События комикса развиваются после 4-го эпизода «Новая надежда» и после событий комикса «Звездные войны. Скайуокер наносит удар». Дарт Вейдер лично пытается уничтожить повстанцев без помощи Императора, и по ходу этого всего он начинает замечать, что Император начинает плести за его спиной какие-то интриги, хитросплетения. Также в комиксе появляются старые добрые персонажи, такие как Боба Фетт, Джабба Хатт и новые, как, например, Черный Крсантон. И еще одним новым персонажем является девушка по имени Доктор Афра, которая является археологом и по совместительству специалистом по боевым дроидам. И еще одной отличительной особенностью Доктора Афры является то, что она, можно сказать, огромнейшая фанатка Дарта Вейдера и даже готова ради него пожертвовать своей жизнью. Ну и что в итоге я могу сказать про комикс «Звездные войны. Дарт Вейдер». Комикс, естественно, мне понравился, как бы он мне мог не понравиться, ведь Дарт Вейдер мой самый любимый персонаж, я очень был рад, когда у нас анонсировали на русском языке этот комикс. Отличный сюжет, именно в этом комиксе можно посмотреть, собственно, на события как раз-таки вот этих «Звездных войн» со стороны, можно сказать, «Сил зла», «Галактической империи». Отличнейший рисунок, и, наверное, вы спросите, какой же пока самый лучший комикс по «Звездным войнам» в России, который у нас пока издали. И я бы на первое место выдвинул сразу два комикса, это «Звездные войны», а, собственно, основная линейка, и как раз-таки вот «Звездные войны. Дарт Вейдер». «Принцесса Лея», конечно, тоже неплоха, но немного она, конечно, послабее, чем вот эти два комикса. В общем, комикс рекомендую к прочтению, особенно если вы начали читать «Звездные войны. Скайуокер наносит удар», если он вам тоже понравился. Ну а теперь посмотрим на дополнительные материалы. Наброски обложек Ади Гранова. Еще различные обложки, все черно-белые. Процесс создания обложек от Алекса Росса. Собственно, альтернативная обложка от Росса. Ну и здесь у нас еще дизайн персонажа от Сальвадора Ларокки. Ну и, собственно, уже в продаже «Звездные войны». Ссылка на комикс будет в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!